Евросоюз в рамках санкционных ограничений заблокировал средства Евразийского банка развития. На рубеже конца 2022 и начала 2023 года страны-участницы банка выкупили у правительства России миноритарные пакеты, что привело к потере контрольного пакета акций Москвой. В январе текущего года банк направил заявление на их разблокировку в регулирующие органы Бельгии и Люксембурга согласно разъяснениям Еврокомиссии для неподсанкционных лиц. Об этом сообщает InBusiness.kz со ссылкой на финотчетность Международного фининститута за прошлый год. Сумма заблокированных ЕС-средств ЕБР превышает 400 миллионов долларов. Более того, убыток от блокировки на конец июня прошлого года уже превышал 34 миллиона долларов. Напомним, основным акционером ЕБР с начала его работы в 2006 году выступала Россия. В январе Казахстан увеличил свою долю в уставном капитале, выкупив более 4% акций банка за 20 миллиардов тенге, написало ранее издание.